Всех приветствую, на связи Лилия Донскова. Начала делать заказ по октябрю, на октябрь месяц на сайте Siberian Wellness. Подумала, это надо записать, это надо показать всем, да, как делать заказы и похвалиться заодно. Смотрите, у меня здесь есть награды, это вот 15 рублей осталось в прошлом месяце, а в этом месяце начислили по сертификату 15 тысяч рублей, то есть это в подарок мне идет. Ну и, соответственно, я уже стала накидывать в корзину продукцию и по сертификату положила. Ну, 15 тысяч рублей я решила потратить на себя любимую. Смотрите, что я положила. Все новые ароматы. Один я уже получила, неон, роза неон. 4 новых аромата взяла. И еще новинку в мини-версии 20 мл. И еще деньги остались. Представляете, то есть надо 15 использовать, а я всего 10-290 использовала. Но сейчас подумаю, что еще взять. И набрала себе немножечко продукции. Смотрите, как здесь удобно, когда делаешь заказ. Можно посмотреть новинки. Сначала нажимаю новинки, потому что много новинок выходит постоянно. И хочется, вот, кстати, новые парфюмы в мини-версиях. Это очень удобно. Я уже получила пилинг для головы, еще не попробовала. Уже попробовала восстанавливающую ночную маску. Классная вообще, кожа такая мягенькая. Кстати, уже клубничный коктейль опробовала. Мне кажется, это будет невероятная просто бомба. Просто это будет самый любимый десерт и у детей, и у взрослых. Начала пить перуанскую маку, влюбилась в мармелад, кактус, инжир. Вот эту новинку я еще не пробовала, персика, опунция. И взяла уже, попробовала чернику дрожжевую. Знаете, что такое персика, опунция? Вот нажимаем на картиночку вот так. И читаем. Это напиток с коллагеном, биотином, витамином С для заботы о вашей красоте и молодости в сочном фруктовом исполнении нежного персика и опунции. Слушайте, конечно, надо попробовать. Потом здесь можно все почитать о продукте, состав. Отзывов пока нет, потому что это новинка. Он буквально вот только на прошлой неделе появился. Читаем. Что и для чего? Я когда прочитала, я поняла, что да, мне это надо, я хочу. Тут применение написано, да, один пакетик в день, да прекрасно, выпить вот такой вот вкусный и очень полезный напиток у нас получится. Итак, что у меня получается? Я планирую сейчас делать сразу покупку. Ну, все, что мне нужно. Я беру два шампуня для роста волос, беру сменный блок интеллектуального крема, надеюсь, он еще есть на складе. Персика, опунция, фито-чай, антистресс, даже, я думаю, надо парочку взять и у всех угощать. Все в стрессе. Мармеладки с прополисом, мои любимые мармеладки. Пик обязательно берем парочку, даже, наверное, так, одна у меня есть новая, пока парочку. Так, и я хочу, чтобы сразу у меня было 100 баллов, поэтому я иду в акции. Посмотрю, что еще по акциям идет. Хорошенькое такое, приятное, потому что акции тоже приятно получить. Так, цинк, обязательно беру цинк по акции, выбрать. Один наборчик возьму цинка, потому что это цинк нужен. У меня Миша пьет, и вот недавно баночку пропил. Папе беру, себе вот недавно взяла баночку. Уже взяла себе вот такой вот классный боди-крем для тела укрепляющий. Давайте посмотрим, что здесь у нас. При покупке одного из продуктов из серии Nutrition, либо Stress Relief, либо Beauty Sense, получаешь крутой подарок. Смотрите, можно выбрать либо гидрофильное масло для умывания, оно так стоит 1130, либо набор иммунобокс 1260. Но это, конечно, очень выгодное предложение, потому что, ну, все время хочется, да, быть красивее и при этом еще и быть здоровым. Поэтому иммунобокс. Вот так нажимаем продолжить, добавить в корзину. И еще одну акцию используем. То есть у меня сразу получается, я в заказе использовала две акции. Потом товары со скидкой. Вот тут мы можем выбрать какие-то товары. Вот как раз антистресс. Вот он этот мармелад, я его отсюда находила, как раз брала. То есть здесь вот у нас тут все продукты, которые сейчас у нас по акциям. Ой, кстати, шикарный антицеллюлитный концентрат. Друзья, это просто что-то невероятное. Бионетику я уже себе взяла, тоже буду сейчас открывать, как раз пробовать. Вот, в общем-то, пока все. А, мне еще омегу заказали. Подождите секундочку, мне еще заказали омега. Вот эту северную омегу кладем в корзиночку. И, пожалуй, проверим. Проверим, что у меня здесь получилось. Надо будет какие-то продукты
перенести в этот вот раздел, где у меня бесплатные покупки. Так, Омега сюда пришла, как интересно, да? Давайте еще что-то перенесем. Например, я нажимаю так «Разделить по пакетам» и переношу вот сюда, где сертификат. Раз, перенесла, отсюда удаляю. Далее, например, можно перенести... Так, что у нас тут по деньгам получается? Еще на 3 с чем-то тысяч. Ну, в общем-то, я сейчас подумаю, повыбираю, чтобы вас не отвлекать. Просто покажу, как действуем дальше. Нажимаем «Оформить заказ». Ждем, когда все подгрузится. Здесь важно выбрать место доставки. Смотрите, есть такие варианты, когда, например, какая-то продукция отсутствует в городе, где вы живете, но можно заказать доставку из Дека или Боксбери или DPD, любую, очень много вариантов, на Пятерочку и так далее. Видите, вот у меня есть экспресс-доставка бесплатная по городу. И если вся продукция есть на складе, то мне прям привезут домой. Завтра уже утром у меня будет, ну, видите, пишут, доставим часть заказа. Чего-то нет на складе, к сожалению. Давайте посмотрим, чего нет. Так, непонятно, каких товаров нету. Давайте оставим экспресс-доставку. Или вот так я попробую. Я иду назад, нажимаю и выбираю. А, вот он мне предложил экспресс-доставка. Способ оплаты. И вот тут он мне сейчас покажет, чего нет. Смотрите. Ой, неужели этого всего нету? Тогда мы возвращаемся обратно. И я выбираю вот так вот доставку, другую какую-то. Сейчас он мне подгрузит. Смотрим, где получше будет ситуация. Например, с ДЭК. Вот здесь уже, да, получше. Отлично. Изменить способ доставки. Готово. Ну, давайте нажмем удалить эти товары. Ага, идем дальше. И смотрим сейчас, вот тут будет как раз список, чего нет, а что осталось в корзине. Так, ну получается, вот только интеллектуального сменного блока нету, к сожалению. Очень жалко. Я такого хотела. Я сейчас вернусь, доберу до нужной мне суммы и подарки доберу. И вот таким образом выбираем способ оплаты. Я ввожу сюда бонусы свои 7268. Вот так вот. Ок. И вот сразу пересчитываю. То есть я буду оплачивать всего за такой огромный заказ 800 рублей. Смотрите, как это удобно и как классно. Сколько подарков, сколько внимания. И завтра еще мне 25% от вот этой суммы вернется на бонусный счет. То есть еще 2000 там, с копеечками, да, прилетит мне обратно. Ну, пойду выбирать, подумаю, что я еще хочу взять себе в подарочек, побаловать себя. А вам всем желаю отличного настроения, крепкого здоровья. И если вы еще не оформили себе карту, чтобы получать максимальные выгоды при покупке классной продукции для здоровья, для красоты, напишите мне или воспользуйтесь ссылкой, которая будет в описании под этим роликом. И приходите ко мне в команду. До новых встреч!